компаниям. Очень рада наконец обратно Мадину и власти. Вы выглядите еще там. Я... Мы тоже приготовили праздничную программу. Много кто из танцоров захотел прийти танцевать. И потому что Бхаратнатьям это такой, которого покровитель является, собственно, Господь Шива. И поэтому для нас это особый праздник. Вот. И мы начнем, как обычно, с традиционных композиций, которые призваны освещать пространство. Первым номером будет танец «Пушпа Анчани». Некоторые из присутствующих его как раз изучают, поэтому радуются. Вот «Пушпа Анчани» приветствует цветами, когда танцоры символически преподносят дары собственной души к алтарю и освещают пространство. Танец исполняется на благо пространства и всего сущего, всех присутствующих. Можно? Можно.